Как сообщили сегодня в Латвийском бюро страховщиков, система бонус-малус отжила свое и устарела. По сути, она больше не нужна. В 2004 или 2006 году у страховщиков в распоряжении было значительно меньше данных и, соответственно, меньше знаний, как оценивать риски клиента. И поэтому система бонус-малус для них была важна. Сейчас страховщики используют очень большой объем данных о своих клиентах, и поэтому бонус-малус потерял свою ценность и значение. Система бонус-малус как таковая исчезнет после 1 августа. Ее место займет история страховых данных. Это будет централизованная система, которая будет работать и в других государствах, членах Европейского Союза. Она облегчит получение данных о страховой истории водителя. Также и сам автоводитель получит доступ к своей страховой истории аж с 2004 года. Исчезновение системы бонус-малус не повлияет на цену страховки, говорят в Swedbank. По этой причине цена на страховку авто не изменится. На цену это не повлияет. Другое дело, что цена страховки определяется факторами риска, которые возникают в ходе страхового случая. Так что, опять же, это будут частные случаи, как формируется цена для заказчика. С введением новой системы в строй данные будут обновляться каждый день, а не один раз в год в ночь на 15 сентября, как это было раньше. Даниил Смирнов, Александр Страуме, Эдгар Спаликевич, Русл СМ.